Всем привет! Иди золотый принцет. Блин. Это уксус. Укус. Уксус. Укус. Уксус. Укус. Не укус, а уксус. Эксперимент неудачный. Что-то получилось, но почему-то не блестит, но дураков сойдет. Всем привет, меня зовут Маша Масуша, и сегодня мы будем изучать золото, как дураков. Так, сейчас высыпем. Вот так, высыпаем. Так, и водичку наливаем. Ой, какая горячая. Мама. Сейчас это будет. Ой. Вот, и горячий какой-то. Горячий. Так, теперь это этой палочкой понесать. Что-то сейчас будет. Вот что-то какая-то, зыкость какая-то. Какой-то белый смайл какой-то. Ставим. Сейчас что-то будет. Мы сегодня будем. Мы сделаем и так теперь свинца, а теперь будет какой-то таткая. Так, вот тут паспортик тут есть. Так, насыпаем потихонечку. Все успеем. И вот эту воду, это будет. Теперь все помешаем. Сейчас что-то будет. Кажется, это серебристая вода. Серебристая какая-то. И безвкусная. Сейчас, наверное, дорогой бутылком. Так, мешаем. Серебристая какая-то вода. Так. Это колба. И берем воронку. Хотя открываем крышку колбы. Так, открыли. И берем воронку. Вставляем колбу. И берем масло. Масло в стул. И второй стол. Сейчас что-то будет. И золотый цвет. Блин. Это укусная кислота. Какое есть на каждой кухне. Так, открываем. По 3 капли. Два капли. Почему интересно? Вот все можно добавить. Все. Так, теперь закрываем. И закрываем. Закрываем крепко. И помешаем. Сейчас это будет. Что-то не получается. Давай. У нас не получилось что-то блестки. Да, у нас получилось что-то золотая осада. Вот такая она. Это золотенькая. Наверное, с кем-то глама припутала. Ладно, и так сойдет. Вот так.
рекламы какие-то. Га! Эксперимент не удастся. Ну, я буду искать. Золото не получилось. Но дураков сойдет. Пошла Масмасуса. Сливаем два стула потихонечку, слили белую и слим вторую. И получилось что-то золотенькое. И так, теперь закрываем им. И ой. Так, вот. И потесём. Золотый осадок. Надеваем на водяной баник. Золото не получим. Тогда я и сыла колбу нагреть на спиртовке. Осадок почти остаёмся. При охлаждении начал выпадать золотой песок. У нас получилось золото, да? Дураком! Вот она! Вау! За ней нету напора, а без ней не получается золото. Вот, сравните, вот это есть, нету, а тут есть золото до дураков. Вот что у меня получилось. Белую колбу я кипятила в кастрюльке. Плавую колбу я налила на спиртовку. Я поняла, что температура влияет на химическую реакцию. С вами была Масса Масуса. Всем пока, до новых встреч!